Здравствуй, большая страна! Добро пожаловать в Ярославль! Добро пожаловать на местный стадион «Шинник» Мелбет. Первая лига, тур номер 28. Мы с вами на одном из старейших стадионов этого турнира и, наверное, одном из немногих, который может похвастать натуральным полем, где сегодня ярославский «Шинник» принимает владикавказскую «Аланию». Расстановку и лайнап ярославского «Шинника». Мы же, друзья, начинаем. Поехали. Давайте переходить к тем, кто сегодня на поле. И начинаем с хозяев. Представь, какая музыка в раздевалке у Алани играла. Вот я хочу тебя спросить. Ну, что-то, наверное, свое. Осетинская. Еще подача. Третья, кстати, уже. И доводят ярославцы дело до удара. Просят угловой и зарабатывают этот угловой. Да, владикавказцы стали чемпионами, и вот эта песня в раздевалке на всю южную трибуну. Цараев не дает ему сходу пойти, а здесь ударище, кстати. И тот же Самойлов, номер 15-й, штрафной угловой, и вот и дальний удар, ну, хитрик у него был по моментам, видимо. Грузнов чуть-чуть припускает мяч, но тем не менее может атака получиться. Последний в этом тайме момент, удар Солдатенко, ну вот, ну хотя бы так. Андрей Чупанов, да, 10-й номер ярославского «Шинника», бил поворотом, и под занавес этого матча у нас еще будет угловой. Целый Машуков убегает, а ты стоишь. Ну и ответное положение вне игры. Грузнов здесь перекидывает мяч через Ростислава Солдатенко, в ворота попадает. Да, и нет, не будет здесь желтый, так уж просто его подуспокоят, конечно, но понятно, что бил он тут после свистка. Не так много, конечно, два турнира остается. Соколов, да, не бьет его Ростислав Солдатенко здесь. Надежен, прав был Игорь Соколов, не стал ничего выдумывать, просто бил хорошо. И, пожалуйста, Ростислав Солдатенко в порядке, в полном. Для него это удар несложный, Соколов тут расстроен, конечно. Что в первой лиге это эффекта будет? Но ошибка какая, и решать можно сейчас. Алания на 94-й! Батрав Гурцеев! Гурцеев дарит эту победу Алании и ликует сегодня вся Осетия! 1-0! Чудовищная! Чудовищная ошибка «Шинника»! Как это произошло? Они празднуют, как будто Лигу чемпионов выиграли. Имеют право. Тяжелейший матч сегодня абсолютно. Исполняют и отбирают там мяч владикавказцы. Галоян, финальный свисток. Выцарапывает. Выцарапывает Алания. Выцарапывают барсы для себя эту победу. Другого слова я не подберу. 1-0. Алания выигрывает в Ярославле.